Это вообще уникальный случай. И голова вроде бы круглая, не квадратная, а шар стоит. Он еще даже улыбаться может. Представляешь? Опа, шар спал. Да не, не вместо головы, на голове. Представляешь? Вот сейчас я снимаю тебе кадры, потом скину через Facebook. Какой-то феномен, это с магнитиком там, да? Да, у меня в голове магнит есть. Представляешь? Какие люди уникальные. Вообще, просто вообще фантастика. Космос там, мне совершенно титановая пластина, а в этом магнит. Это массаж головы такой, да, происходит? Массаж всего вообще. Да, расширяется сознание. Не то слово, вообще так расширяется просто. Не знаю, как обратно собрать его. Духовные, все духовные тела. Энергии. Какая красота. Кому-то скажешь, не поверишь. Ну, я сам не верю. Ой. Да вообще, я сам. Сам удивляюсь, да? Что происходит со мной? Красота какая. Представляешь? Ты точно все представляешь? За целую минуту снимаю, вот оно все. Ну как? Энергия. Да, энергия моя магнетизирует. Как бы есть и в этом и заключается практика, что чужая энергия взаимодействия. То есть если отсечь, то можно долго не контролировать, с ним слияние такое, и не понимаешь. Да тут все хорошее, тут все интересное вообще. Все интересно. Просто атмосфера, просто походить, посмотреть, позажигаться. Да вы с кем разговариваете? Это Александр. Он Александр, как... Александр, привет. Александр, привет. От великого Егина. На трубочку ему скажите. Александр, привет. Приезжаем на ВДЛАЙ. Мы тебя ждем, представляешь? Уже всем интересно, что ты с нами был. Тут нас фотографируют со всех сторон, все удивляются. Чудеса среди нас вообще, просто красота какая. Чудеса только начинаются. После, да, так что это еще будет продолжение, представляешь? Только возьмем пусть денег побольше. Да, побольше. Александр, денег бери побольше и приезжай. Вообще чудес просто нет самые. Не откупишься. Просто будешь удивлен. Ну все, тут мистики с Тибета, там, короче, великие йоги, там, аскеты, всякие левитаторы и прочее. Это вообще просто шикарно. Здорово. Сейчас концерт еще какой-то будет сейчас. Ну все, тогда на связи. Я на месте тут. Все, давай. На связи, да. Давай. Частенько подтягивайся. Покушай, пожалуйста. Она меня потом съест, если она не покушает.